В Одессе состоится велогонка по мотивам легендарного фильма «Жажда», в котором описываются события 1941 года. Участники велогонки смогут повторить подвиг краснофлотцев, освободивших от фашистских захватчиков водонасосную станцию в Беляевке и проехать дистанцию в 100 километров. Особенностью соревнований станут условия для участников. Они должны будут проехать дистанцию с грузом воды различного объема. В соревнованиях могут участвовать и дети от 2 лет, но только в более облегченной версии велогонок по катакомбам. Ралли состоится 23 сентября, ожидается около 100 участников. Акцентирую внимание, что легло в основу велоралли «Жажда». В основу велоралли «Жажда» легли события, которые связаны с оккупацией Одессы и непосредственно с тем, что в Беляевке водонапорная станция «Днестр» была захвачена румынскими оккупантами, была перекрыта подача воды. Если мы говорим о велоралли «Жажда», это велоралли соединяет в себе, опять-таки, два элемента. Первый элемент спортивно-туристический. То есть участник преодолевает километраж около 100 километров до водонапорной станции в Беляевке и обратно возвращается в точку старта. Пол маршрута около 50 километров – это чистый маршрут на время, то есть он едет просто на велосипеде в стандартном своем скоростном режиме, доезжая до водонапорной станции «Днестр», каждый участник берет на себя груз воды.